Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня я покажу, что я привезла из Отрадного. Как всегда, конечно, я взяла кориандр, там потому что 15 грамм, то есть такой пакетик стоит 8 рублей всего. Всего 8 рублей. Всего лишь. В Самаре он стоит где-то 20 рублей, 25, где-то 23. То есть, ну, я не находила дешевле. Уже покупала до этого. Здесь я взяла 9 штук, последние. Больше не оказалось. И взяла еще розмарин попробовать. Вот, его я не пробовала, свежий я не нашла, где продается. Взяла вот такие мочалки. Я люблю, потому что мочалки такие пожестче. И с такими штучками взяла 2 штуки, потому что моя уже старая, ей уже много-много-много лет. Вот, также взяла тыквенные семечки очищенные. Я хочу их попробовать подолбить немножко или перемолоть и добавлять их в салатик. Раньше я брала лепестки арахиса, но их не было в этот раз. И взяла киви сушеный. Он стоил 53 рубля, а здесь 61. А за килограмм здесь получается 456 рублей. Здесь... Ну, вроде не 900, явно. 396, наверное. Так вот он выглядит. Взяла на пробу. И вот здесь. Вот, это то, что я купила. А, также купила еще блузку себе. Вот, но она немножечко большого размера, меньше не было. Я ее, скорее всего, буду ушивать. А, купила я ее на будущее. Когда, ну, когда-нибудь, я думаю, я пойду на работу, буду выходить. Вот, когда-нибудь декретный мой закончится. Пока что, конечно, не планирую, но... Думаю, когда-нибудь это будет. Вот он такой рукавчик. Она красивенькая такая, беленькая. Вся белоснежная. Беленькая, да. Здесь вот шелк. Или под шелк. Чего-то там, кстати, прошито. Вот. Вся белая, красивая. Стоила она... 450 рублей всего, поэтому я и подумала, да, думаю, я возьму. Здесь 56 размер. Вот, сейчас я ее ушивать не буду, пока что я ее положу, оставлю. А когда придет время, через несколько лет, я ее достану и ушью уже по свой размер, насколько я там похудею, потолстею, не знаю, что там будет через несколько лет. Вот здесь такая брючка симпатичная. Такая прям она для работы, для офиса. Ну, я считаю, 450 рублей за такую штучку, в принципе, довольно красиво, дешево. Нет, не то, что красиво, да, дешево. Вот, ну, естественно, вот они были все большого размера, это была самая маленькая. Вот. Также я привезла еще книги. Мы, когда в Отрадный приезжаем, мы всегда с Женей проходим все библиотеки, там 3 штуки их. Вот в этот раз мы только 2 библиотеки обошли, потому что 3 очень-очень далеко находится. Вот, и там выбрасывали книги. Ну, там не выбрасывают, а просто стол стоит, и на него раскладывают эти книги, которые не нужны. Которые либо люди приносят, как, ну, в надежде, что библиотека их заберет, либо вот что-то еще. Вот была такая книжка, у меня есть... Вторая часть, это вот первая часть. И вот сейчас выяснилось, я помнила, что у меня есть вроде такая, вот она тоже есть. Но здесь учебник, вот он испачкан. Вот, я забирала это даром. Не знала, что он такой грязный. Вот. А здесь тут второй почище. Наверное, я думаю, вот этот учебник я отдам кому-нибудь. Может быть, нуждающимся кому-нибудь. Ну, отдам. А этот почище оставлю себе. А на самом деле эти учебники... Не учебники, а книги. Интересные очень. Я помню, как я в детстве такое читала. Мне очень-очень понравилось. Я у мамы долго выпрашивала купить еще одну, но нет, она отказывалась. Он очень интересный. И на Озоне такая книга стоит в районе 500 рублей. То есть, ну, в принципе, вообще я прям очень рада, что я нашла. Так. Также здесь у нас математика 1-3 класс. Правила, таблицы, примеры. То есть вот у меня такая, по-моему, была, насколько я помню, в детстве. Ну, что-то вот я смутно помню. Где она, я не знаю. И такая же по-русскому. По математике, для начальных классов. То есть тоже вот всякие.
всякие тоже, да, тут правила, вот они, правила. Это тоже, ну, это, блин, это реально нужная книга. И по математике, то есть нужная, да, с 1 по 3 класс. Где сейчас такую найдешь, тем более даром. И также здесь вот мир вокруг нас. А, тут сразу начинается второй класс, вот. Второй, так, где она тут? Третий класс и четвертый класс, то есть вот они, 6 учебников. Очень учебники интересные. Тут все рассказывается, там что-то про кактусы, про растения. Очень интересно все это написано красивым вот таким вот текстом. То есть его хорошо видно, не еле-еле там, как обычно бывает, а довольно хорошо видно. Вот так же вот. Второй класс, вторая часть. Красивые картинки. Вот что-то тут про города рассказывается. То есть, ну, просто даже не то, что, допустим, когда ребенок пойдет в школу, конечно, эта книга уже он не возьмет с собой в школу. А вот просто ребенку чисто почитать для себя. То есть я с таким расчетом взяла. 2000-е года. Сейчас у нас уже 2019-й. 19 лет этим книгам. Вот они, животные тут. Про человека, где у человека что находится. Я сомневаюсь, что так красиво и так хорошо, качественно написано есть сейчас у современных учебников. Вот, и картиночки тут красивые. Вот, пожалуйста, грибы, как которые называются. Животные. Тут вот. И можно сейчас с ребенком начать заниматься, просто хотя бы вот показывать животных. Хотя, конечно, книжку я купила уже в фикс-прайсе. Там немножко есть животные, но можно и отсюда. Вот он, мир вокруг нас, да, вторая часть. Здесь вот чей-то он был. А, его даже продавали, пытались продать по 60 рублей. Или покупали, продавали, кто-то купил, может быть. Вот они, разные города, здесь все расписано, написано. Ну, блин, это интересно. Мне даже, честно говоря, самой интересно почитать. Интересненько. Ой, там даже, по-моему, дорожные знаки даже. Вот, смотрите, вообще классно. Ребенок будет знать. Я думала, где их взять? Думаю, ну где же взять? Думаю, с интернета там понапишут, могут быть и неправильные. Тут немножечко вот они есть. Все расписано, все красиво, кстати, самое главное, красиво. То есть и картинки, под картинками все написано, да? Тут внимание, да, такая-то, такая-то, то-то, то-то. Не как бывает, многие книжки бывают просто монотонным текстом, вот так вот написано, написано, написано. Вот я не люблю такие. Я люблю вот где вот там задание, да, вот там первое, то есть отступили, где-то чуть-чуть там сбоку, да, пробел, то есть тут картинки. Там правила еще, вот как по-русски бывают, выделенные, да? Вот мне такие нравятся. Посмотрим. А, ну да, тут немножко. Самые основные дорожные знаки. Ну, все, естественно, не надо ему смысл. Вот, а вот самые основные такие вот. Он должен знать. Вот, очень хорошие книги. Я прям считаю, я очень. Так, что-то я сейчас тут видела. А, ну ладно, в принципе. Вот. Здесь вообще даже в обложке тоже вот опять животные начинаются. 60 рублей ее продавали. Розы, пожалуйста, растения. Ракушечки. Животные опять же. Карта России там есть. Вот. Надеюсь, что он тоже будет любить географию, как и я. Очень на это надеюсь. Ну, карта России у меня есть отдельный журнал, типа журнальчика такая. Так, здесь у меня, кстати, где-то растение засушивало. А вот она. Что-то она не очень получилась. Ну, здесь тоже. То есть, а, ну, то есть, получается, здесь как идет. Вторая часть — это разные там города. Может быть, даже страны, не знаю. Ну, наверное, да, может быть, и страны, города. То есть, такая история. А здесь первая часть, то есть, животные. Тут опять типа как история, а немножко, может быть, и животные, да? Тут животные. Опять история и животные. То есть вообще, блин, вот такие вот книги взяли. Конечно же, я их сразу забрала домой.
Вот. Тяжело было тащить, но мы дотащили. Еще плюс были покупки в фикс-прайсе, но они, на них уже был отдельный обзор. Ролик отдельный, он уже вышел. Там можете посмотреть. Я тоже прошла два фикс-прайса. Купила много чего интересного. Вот. И еще, еще мы это, журнал. Да, еще я журнал нашла, забрала в этой библиотеке. Такой вот был. Он, кстати, по-моему, 18-го года. Ну, тоже что-то вот интересное. Сейчас как раз меня тянет всяким таким вот шитью, что-то шить, там расшить, пришить, отшить такое вот что-то. И, в принципе, он мне пригодится. Что-то выбрать, может быть, для себя, может быть, что-то я сшить надумаю, или там связать-то не знаю, но вряд ли. Вот такие вот покупки. Что там уже достал-то? А, тут уже еще ремешок в ней был. Давай сюда. Вот, еще был у нее ремешочек. А я думаю, что-то должно быть. Давай, 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 давай. Давай ремешок. И губку не трогай. Дима. О, сейчас начнется. Вот, кстати, он довольно качественный. То, что даже он стоил 8 рублей. Но он реально качественный, хороший. Я уже до этого его покупала. Каждый раз вот теперь приезжаю и сразу беру его побольше. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.